Привет, друзья! Как и обещал, выкладываю партию шестого тура, в которой мне удалось победить Андрея Дрыгалова, одного из братьев, очень сильные молодые курганские шахматисты, оба. Вот. Значит, в шестом туре чемпионата УРФО, чуть ли не впервые в жизни я сыграл конь c3, допуская защиту Немцовича, мой противник не преминул этим воспользоваться. Вот. Но на всякий случай мной был заготовлен ход a3. Достаточно редкая ныне система Земиша, хотя долгое время вариант считался достаточно опасным для черных. Значит, какие у нее плюсы? Белые получили под свой контроль центр, преимущество двух слонов. Но самое важное, как обычно, в защите Немцовича заключается в том, кто захватит пункт Е4. Вот такой вот важный пункт. Давайте я его желтым выделю, потом это сохраним. В этой позиции у черных огромное количество ходов. Вот в партии последовала рокировка, и я погрузился примерно в 20-25-минутное раздумье. Одним из основных ходов является c5. Сразу же придержать пешку c4, обозначить слабость. Потом где-то черные играют b6, слон a6, ведут коня на a5. После рокировки второго коня частенько на d6 переводят. Ход, по-моему, самый популярный и один из наиболее неприятных. Магнус Карлсен, когда столкнулся с этим вариантом, он сыграл конь c6 против Баадура Джабавы. Но после Е4 возникла очень сложная, интересная борьба, и в ней Баадур оказался сильнее. Также надо считаться с ходом b6, та же самая идея, слон a6, конь c6, конь a5, при случае переброска ферзя на c6, поэтому пешка на c5 не ставится, чтобы пешку c4 обязательно отнять. Есть ход d6, о котором я узнал относительно недавно. Черные развиваются как будто на доске новоиндийская защита. Они хотят пойти b6, слон b7, конь bd7, ферзь e7, сделать длинную рокировку. Вот. Но эта схема мне кажется очень подозрительной. Иногда играют d5 сразу, и даже с ходом конь e4 белым надо считаться. То есть напали на пешку c3, не напали. В общем, пока вроде бы она не висит из-за ферзь c2. Ну и коня так просто не сгонишь. На f3 последует. На f2, f3. Давайте я покажу. Последует ферзь h4 шаг. И после g3 конь бьет g3, а ферзь бьет h1. У черных просто лишнее качество и пешка. Вот. Ход рокировка вполне естественный. Здесь у белых очень много ходов. На что я потратил время? Я изучал, я помнил, что у меня записан в файлике ход F3, файлик, по которому я готовился. Вот. Ну, во время партии мне пришла в голову идея, что неплохо бы сыграть слон G5. Все-таки играть H6, G5 при короле на G8 достаточно рискованно, а белые уже угрожают пойти E2, E4. И в отличие от этого хода на первом ходу, это, пожалуй, сразу принесет им победу. Вот. То есть очень интересный ход слон g5, требует анализа. Также мне показалось, что есть ход e3. Идея в том, чтобы пойти слон d3. И если черные сыграют d5, то белые совсем не обязаны ставить на f3 пешку. У них появляются другие интересные возможности. Вот. Но e3 играть не хотелось, чтобы возможность слон g5 осталась. Вот. И поэтому было принято, ну, вполне профессиональное решение сыграть то, что изучал. Вот. При подготовке к партии особенно. F3. Белые хотят сыграть E2, E4. Ответ черных вынужден. А вот здесь у черных есть возможность взятия конем. То есть после конь бьет D5, мне пришлось бы повспоминать, что у меня записано еще. То есть как действовать на ЕД, я отлично помню. То есть здесь все понятно, есть план, который применил одним из первых, наверное, Михаил Моисеевич Ботвинник. Белые ходят
в этой позиции слон d3, конь e2, рокируют. И пытаются всеми силами провести e3, e4. Для тех, кто хочет изучить этот вариант, пожалуй, полезным будет ознакомление с партиями Ботвинник-Кабабланка и Ботвинник-Александр. Вот. Ну, вообще, Михаил Моисеевич, план с проведением f2, f3, e2, e3, e3, e4 очень любил. То есть в этот же день, в шестом туре, международный гроссмейстер Сергей Искусных, тюменский шахматист, обыграл в Карлсбаде гроссмейстера из Сургута Николая Кабанова. Вот как раз вот тоже планом Ботвинника. Провел f3, e4, и черные не вспомнили, что нужно противопоставить этому продолжению. А здесь у черных массах интересных хороших ходов, например, конь h5, угроза перса h4, почти вынуждает ход g4, но в этом случае есть шах на h4. Может, я чего-то путаю, может быть, g4 как раз здесь играть нельзя из-за шаха, а надо ходить конь e2, по крайней мере. Ход конь h5 я точно не разбирал, и наткнулся на него не так давно. Вот. Есть ход b6, черные не торопятся с ходом c5. Вот. Ну, ладья e8 наверняка есть ход. Вот. Ну, черные действуют самым естественным образом, они ходят c5. b6, хотят теперь поменять слонов на a6. Вот, а белые, пользуясь тем, что еще где-то лет 80 назад все показал Михаил Моисеевич Ботвинник, уже не тратят время на обдумывание. Важный момент. Против Кабабланки Михаил Моисеевич где-то играл а3, а4, чтобы вывести слона на а3. Это совершенно не нужно делать. То есть в партии Кабабланка привел потом коня на b3, отнял пешку на a4 и проиграл из-за того, что конь b3 не успел вернуться на защиту собственного короля. Вот. Потом выяснилось, что играть а4 белым совершенно не требуется. Их задача провести как можно быстрее e3, e4, e5 и начать атаку на короля. Пешка на e5 позволит при случае белому коню на d6 проникнуть. Поддержит пешку f. И основным ходом в этой позиции, конечно, считается h5. Я не буду вам рассказывать, что я собирался играть в этой позиции, но могу только уверить, что позиция эта стояла на доске при подготовке. Мой противник сыграл ладья c8, и это просто потеря времени. Ну, дело в том, что белые неизбежно теперь проводят e4. Черные пытаются коня на c4, то есть смотрите, ходом конь c6, вот здесь, черные помешали белым, не позволяют сыграть e4, так как последует просто de, fe, cd, ну или наоборот, может быть точнее, cd, de, и пешка d4 падает. Вот. Поэтому белые ее защищают. Вот. И черным стоило ходом h5 защититься от хода e4. Они вместо этого ставят ладью на вертикаль, которая может оказаться вскрытой. Ход cd никто черным запретить сделать не может. Белые на c5 бить не имеют права. Вот. И теперь повели коня на c4. Ход e4 неизбежен. То есть после того, как белые провели e4, у них уже очень большой перевес. То есть вот эту позицию, по-моему, мой железный друг оценивает как плюс равно всего лишь. Но на самом деле здесь однозначно плюс-минус столбик. То есть оценка компьютера растет потихонечку. Вот. То есть если его оставить подольше, наверняка покажет, что у черных близко к безнадежной позиции. Угрожает f5, конь h5, ферзь g3. И в общем-то, как защищаться, я не вижу. Черные пока что напали на пешку e5. То есть нет хода f5 из-за cd, и теряется пешка e5, так как связочка здесь. Вот. Ну, конечно, белые ушли король h1. Черным надо пытаться организовать какую-то контр-игру, и вот если они сейчас
позволят белым пешкам двинуться вперед, скажем, ну, сделают какой-нибудь вот невнятный ход, типа ферзь c6, то после f5 угрожает уже ход f6 с дальнейшим конь f5 и спасти черного короля от мата, ну или конь h5. Вряд ли что-то сможет. А здесь играть f7 f6 уже поздновато. Висит на g7, и слон h6 грозит, и переброска ферзя куда-нибудь в район поля h4. То есть очевидно, что пешки А и Б не успевают продвинуться достаточно далеко. Вот. Ход f7 f6, конечно, правильный. Сейчас белым требуется максимально быстро привести ферзя на g4. Вот. Но можно это сделать через f5, но я сделал это более естественным способом. Я напал на пешку, защищать ее надо. Ну и здесь точнее было пойти ферзь g4. Угрожает конь h5, черные вынуждены ходить король h8, и возникает позиция из партии. В партии последовал неточный ход конь f5, и после ладья c7, вот этого не было, черные могли организовать достаточно успешную оборону. То есть Стокфиш говорит, что здесь у белых прилично лучше. То есть ладья по третьему ряду придержала пешку b4, угрожает встать на g3. В общем, от черных по-прежнему требуется очень аккуратная игра в обороне. Вот. Но, тем не менее, это практически решало проблему. После короля h8 позиция черных, несмотря на то, что сделано-то всего 20 ходов, практически безнадежна. И главная игра белых очень легка. Напали на мат. Ладья g8 хода нет из-за конь e7 вилка. Причем эта вилка не на ладью и на ферзя. Это вилка на ферзя и на мат. Вот. Приходится играть g6. Сейчас угрожает как e6, так и f5. Приходится играть f5. И белые хотят ходом g2, g4 просто взорвать позицию черных. Потом провести f5, и все их фигуры, включая слона, который выскочит в нужный момент на g5, входят в игру. Черные обязаны как-то пытаться помешать ходу g4, но сделать этого не в силах. На взятие последует f5 с атакой. В партии было сыграно ладья f8, белые тут же вскрыли открытую линию. И с ужасом увидели, что висит конь на h6, угрожает ладья c6 с его отнятия. От безысходности был найден ход ладья f3. Ну, в хорошей позиции хорошие ходы находятся очень легко обычно. Особенно если вы понимаете, чем грозит ваш противник. И точно уверены, что все делали правильно. Вот. На ладья c6 теперь последует ладья h3 с понятной идеей, скажем, ладья g1 и потом ферзь g5. И на единственный ход ферзь g6, ферзь пойдет дальше на e7 с лишним материалом у белых. Очень большим материальным перевесом. Вот. Впрочем, железо говорит, что даже ход ладья g1 не проигрывает. И вот настолько силен план Ботвинника, что можно было коня h6 отдать всего лишь за пешку. То есть здесь черные, конечно, ничьей добиваются, но вряд ли претендуют на большее. Слишком уж истощился материал на доске. Вот, то есть можно было даже зевнуть коня за пешку, все равно у белых очень мощная позиция. Вот. А в партии было опять, черные пытаются пойти b4, b3, b2, но им явно не до этого. Угрожает ладья h3, ферзь g5 или даже ладья g3. Вот. После ладья c6, ладья h3 не видно хода, который можно сделать, то есть проигрывает конь f6, шаха на e1 нету, белый ферзь надежно контролирует это поле. Другая попытка активизировать коня, то есть теперь брать ед нельзя из-за ферзь e4, шах и ферзь bc1, натыкается на немедленное ферзь g5, грозит мат на g7. И теперь зависла пешка а, как только она, белый слон получит такую возможность, он тут же выскочит на b4, скажем. Ну и все, и партия заканчивается.
Да, вот очень красивый вариант после ферзь g6, ферзь h5. Нельзя бить ферзь бьет h5, да и уходить ферзем тоже из-за ладья g8. С матом. Вот. Так, ну а мой противник решил, что можно поменять ферзей. Ну, конечно, после ферзь бьет h6 у черных совершенно проигранная позиция. Важно, что нет хода конь f6 из-за e7. То есть на конь f6 последует e7 и, в общем-то, белые матуют. Вот. Ну и после конь b6 угрожает ладья f8 мат. И белые собрали очень уж много материала. Тем не менее, это было бы явно долго. А вот после хода ферзь e7, черный ферзь не может отвлечься от поля g7. И не может отвлечься от защиты поля h7. Это значит, что ходить ему некуда. Он не может бить на h3 из-за ферзь g7 мат. Не может отойти на e6 из-за мата на h7. Ну или на g7 тоже. Вот. Ну и здесь мой противник сдался. В общем-то, это своевременно. На конь b6 белые могут как сыграть ферзь b7, забирая потом ферзя, так и забрать на h6 и потом на e6. Вот. Но в целом, должен сказать, что знание классического плана помогло мне выиграть, ну, очень, скажем так, легко эту партию. То есть, ничего сверхсложного, сверх каких-то усилий не приходилось предпринимать. Но я подозреваю, что это у меня последние победы над молодежью такие легкие, потому что молодежь растет, усиливается. Я надеюсь, что это видео Андрей посмотрит и больше ошибок таких при подготовке повторять не будет. Все, на этом всем большое спасибо. С вами был международный гроссмейстер Роман Овечкин. До новых встреч!